Доброе утро! Если вам хочется чего-то домашнего и нет желания долго стоять у плиты, тогда советую на завтрак приготовить слоеные рогалики с яблоками. Для их приготовления нам понадобятся яблоки, лимон, слоеное тесто, яйцо, сахар и корица. Пока размораживается слоеное тесто, готовим начинку. У яблок удаляем кожуру и сердцевину. Нарезаем их дольками. Выжимаем с помощью вилки сок из половины лимона. Кусочки яблок сбрызгиваем лимонным соком, чтобы они не потемнели. В тарелке смешиваем сахар и молотую корицу. Слоеное тесто разворачиваем на слегка присыпанном мукой столе. Раскатываем тесто в относительно правильный прямоугольник. Разрезаем его сначала вдоль пополам, потом делим на прямоугольники, а те, в свою очередь, на треугольники. Выкладываем по 1-2 дольки яблока на широкий край треугольника. Аккуратно сворачиваем рогалики, начиная с широкого края. Хвостик должен быть снизу, чтобы при выпечке рогалики не развернулись. Выкладываем рогалики в форму для запекания. Оставляйте между ними побольше пространства, так как тесто сильно увеличивается при выпечке. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут. Рогалики получаются очень вкусными. Хрустящее рассыпчатое тесто и мягкая ароматная начинка из нежных долек запеченных яблок. Сочные и солнечные рогалики – это идеальная выпечка для хмурых осенних дней. Когда завтрак вкусный, весь день будет хорошее настроение.